Началась большая, долгая дружба. И вот, когда она показывала Акуджаве свои новые стихи, он иногда на правах мэтра, ну, делал ей какие-то замечания и говорил: «Валя, вот эти вот стихи надо причесать». А вы видели, какая у нее была замечательная шевелюра, вот такие вот совершенно кудрявые такие африканские волосы. Она так гладила себя по голове и говорила: «Ну, Булат, ты же понимаешь, что меня причесывать бесполезно». Вот. И он тогда смотрел на нее, гладил свою уже такую лысеющую голову и говорил: «Меня тоже». Вот такой она была человек, удивительный. Дружить и общаться с ней было тяжело, иногда невозможно, потому что она всегда ко всем предъявляла очень большие требования. Но мы с ней познакомились странным образом, когда я приехала в Калугу из далекой Сибири. У меня в Калуге не было ни друзей, ни крыши над головой, ни родственников. И настал какой-то момент, когда мне просто негде было жить. И вот в писательской организации калужской кто-то бросил клич, что вот бедная молодая поэтесса скитается без жилья по каким-то квартирам, по каким-то там странным ночлегам. Вот. И вдруг, через некоторое время, мне приносят ключ от квартиры, где деньги лежат. Вот этот ключ, не зная меня совершенно, не видя меня никогда, просто услышав, что какой-то человек нуждается в жилье, передала мне из Москвы вот Валентина Невинная, чтобы я могла там пожить, в ее квартире, пока она была в поездках, пока она жила в Москве. Таким образом, мы и познакомились, и надо сказать, что вот эта вот ее доброта и отзывчивость, ну, меня просто поразила, потому что это было, ну, это дорогого стоило. И еще я должна сказать, что она долго прожила в Калуге, может быть, еще дольше в Москве. Калуга как-то не могла дать ей дороги. Она все время строила ей какие-то препятствия. Все время пыталась ограничить ее талант, ограничить ее вот такую вот неуемную энергию. И про Калугу у нее есть много стихов, но они сложные. Вот одно из таких стихотворений. «Калуга, первый снег, чугунные перила, провал оврага, мост, летящий над, и улиц, имена, где только звук мерила всей тяжести веков значением не в попад. Мне мачехой была, клеветникам прислугой, но только горсть обид осталась, все трухой просыпалось, перемешалось с вьюгой, не лет моих и зим, а с мировой пургой. Уж как была скора на суд и на расправу, ты всех измен приют, смутьянов колыбель, не вытравить ничем твою дурную славу, но не попомнив зла, молюсь я о тебе, купецкая вдова, раскольная царица, ничто тебе в упрек, никто тебе в укор. Возьми мою любовь и оплати старицей все прошлые грехи, весь будущий позор. Мой голос тише крыл заступников небесных, молитвенная речь бескровна и слаба, но ты тесней всех уст, духовных и телесных, мой незабвенный плен, недобрая судьба». Андрей, может быть, посмотрим еще один ролик о Валентине? «Мой друг, поехали в Тарусу, в дом, где давно темно и грустно, но старый парк доселе жив, и среди равнины среднерусской река забвения бежит. Там можно быть самим собою, дремотно слушать крик разбойный, ворон торчащих там и тут, цедить сквозь решето забора и летний дождь, и влагу туч. В посудине с дырявым днищем
живет паук, художник нищий, попросим крова у него. Нежданно иволга засвищет, и тишь, и больше никого. Пойдем в заветную часовню, где века ржавые засовы скрывают разорение чувств. Звенит Марины ключ костальский, с трудом открыв глухие ставни, затеплим памяти свечу. Но потом пора в долину волшебную, где выгнул спину мост над сверкающим ручьем, и, довершая в тон картину, две ивы плачут ни о чем. Там наша раненая роща, забыть ее, конечно, проще, как позабыли мы в бреду, что не прогресса жадный росчерк на небе начертал звезду, и не железными руками, а грозовыми облаками, дыханием, звуком и огнем творилось это чудо мира, где нет ни капищ, ни кумира, и чудо днесь сокрыто в нем. Мой друг, поехали в Тарусу, там тоже грязь и те же трусы, но есть высокие черты непроданной российской музы и неразорванные узы любви, добра и красоты. Первая песня называется «Дорога в Боровск». Светило на утёк, а я поеду в гости в старинный городок, в неповторимый дом. Там заросли густых провинциальной злости растет цветок любви в неведении святом. Я не поеду так с пустой сердечной сумкой, вот продышу пятак в автобусном окне. Стану собирать рисунок за рисунком, что замочный бросал неутомимый снег. Лесок и косогор, и церковь при погосте, но раньше монастырь и монастырский двор. А если чуть левее, то полинялый мостик, а если чуть правее, поваленный забор. Как жаль, что летний вид не раскопать в сугробах и зеркало пруда запудрено пургой. Как жаль, что соловьи срываются на пробах лишь в памяти моей и повести другой. Кто в купол забивал серебряные гвозди, кто подгонял полы зимы за подлицо полуночной звезды сверкающей ости, кто за ночь разбросал, сбегая на крыльцо. На склоне января к друзьям приеду в гости, и запрокинет мир счастливое лицо. Надо бы его играть, ага.
еще часов, да? Называется «Три розы». Посвящение Булату. Мне Бог данный брат в безбожном переулке, торгуешь ли с утра лучом с той славы булки. Булат, ты мой Булат, серебряная праве, нет ни золы, ни зла в твоем звенящем сплаве. Дабы продлил Господь твой путь, забывши меру, воспой, Булат, воспой поруганную веру, надежду и любовь, все истины святые, пока плывут гурьбой в порыве золотые. Свети и жги, Булат, как велено глаголом, пока из-за угла не понабрались к горлу, пока твое перо раздельно не слитно, пока на твой порог, как лист летит молитва.
Спасибо, Андрей. А я хочу сказать, что судьба у Вали была, конечно, достаточно сложная. Ей всегда жизнь подсовывала какие-то сюрпризы. Стоило вот только ее жизни чуть-чуть как-то утрястись, войти в какую-то колею, как наступали вдруг какие-нибудь события, которые опять требовали от нее множество энергии, помощи. Не надо вот телефон была выбить. Песня про Людмилу Киселеву. Кто знает, это такая художница, которая была прикована к постели. И вот Валя со всей своей вот открытой душой, щедростью, сколько она ездила туда, сколько таскала туда сумок с продуктами, с едой, просто вот ездила, помогала, там стирала, убирала, когда это было нужно. Вот она откликалась на любой вот такой зов судьбы. И с чем ей повезло в жизни, действительно повезло, что у нее были прекрасные друзья. Вот прекрасные друзья я здесь вижу. Андрея Яновского. Андрей, может быть, вы с Андреем Крамаренко как-то что-то скажете? Мы с Андреем частенько были в гостях, Валентина Александровна, особенно последние годы. Вот. И неизменно это наши встречи заканчивались концертом домашним на троих. Вот. Ну, мы сейчас споем. Парочку. Она очень любила, когда вы Булата пели. Да, вот поэтому мы и споем пару песен Булата. Старая солдатская песня. Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонки копыта. Пулями пробито днище котелка, маркетанка юная убита. Пулями пробито днище котелка, маркетанка юная убита. Подпевайте, да, приветствуется. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы покуда нам давая голь, а погибнем райская дорога. Живы мы покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела в роде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны треноге. Для чего мы пишем письма? Наши письма не нужны треноге. Спите себе, братцы, все придет опять. Новые родятся командиры, новые солдаты будут получать вечные казенные квартиры. Новые солдаты будут получать вечные казенные квартиры. Спите себе, братцы, все вернется вновь. Все равно в природе враги повторится. И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться. И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться.
копыта, пулями пробита днище котелка, магитанка юная убита, пулями пробита днище котелка, магитанка юная убита. Не очень известная песня, но она так жара. Море черное. Недостаточно ревностная, вот не такая ревностная, как она, и она называла меня «малина спящая». Вот. И я все время не могла как-то объяснить, что ну вот бывает же, ну вот такой темперамент от Бога дан. Вот. Ей все время казалось, что надо энергичнее, активнее взаимодействовать с этой жизнью, предъявляя ей какие-то вот требования. Еще у Валентины
было потрясающее чувство юмора. Честно говоря, за всю свою жизнь я больше не видела людей с таким потрясающим, удивительным чувством юмора. И у них в семье вот это вообще было принято постоянно шутить и иронизировать. Вот, допустим, утром я выхожу на кухню, там Вячеслав Палыч. Я говорю: «Вячеслав Палыч, какого вам чая заварить, зеленого или черного?» А он говорит: «А мне все равно, я дальтоник». Вот. «Но я, говорит, могу этого чая выпить много, прям целыми литрами, как лошадь Пржевальского». Подходит Валя и говорит: «Не лошадь Пржевальского, а лошадь Приживальского ты». Или такое между ними можно было услышать диалог. Вячеслав Палыч собирался в магазин. Валя говорит: «Ну сходи в магазин, купи вот молока, купи хлеба, купи там картошки, того-сего». Вот он собирался, потом оборачивается и говорит: «Валя, а деньги? Какие деньги? Деньги я тебе вчера еще дала». «Так я же их вчера отнес в магазин». «Ну так пойди забери». То есть я просто жалею, что я не додумалась вовремя записывать, потому что действительно это были просто потрясающие какие-то вот такие моменты жизни, которые, к сожалению, проходят и забываются, и их уже не повторить. Вот. Я сейчас вам прочитаю еще одно стихотворение из этой книги, которое называется «Пейзаж». «Пейзаж до мелочей знаком, и в дополнение к пейзажу молотит воду за окном кораблик с малым экипажем. Вперед смотрящий рыжий пес, табачный дым плывет из рубки, со шваброй женщина-матрос в задорно парусящей юбке. Примерзнет к берегам река, но еще долго, как обычно, ждать будем долгого гудка, и к окнам приникать привычно, и верить вновь произойдет. Метели бешеной в кильватер, презрев полуметровый лед, от пристани отчалит катер, где есть вперед смотрящий пес, где борода торчит из рубки, где драет палубу матрос в извечно парусящей юбке». Вот, наверное, таким матросом была Валентина. У нее есть потрясающая страница жизни, когда она участвовала в полярных путешествиях, на ледоколе, вот, и побывала, в общем, в таких передрягах и в таких жизненных ситуациях, что, наверное, не каждому бы хватило на это духа и сил, а у нее хватало на все. И знаете, о чем я думаю? Я думаю о том, что большое видится на расстоянии. И вот поскольку нас в этом зале достаточно мало, я думаю, что еще не наступило то расстояние, на котором будет видна ее глубина, ее мощь, ее замечательная поэзия, которая прекрасно обогатила русскую литературу. Но я верю, что такое время обязательно настанет. А сейчас у нас по плану должна была выступить Наталья Дудкина. Я простая девка на баштане, он рыбак, веселый человек. Тонет белый парус на лимане, много видел он морей и рек. Тонет белый парус на лимане, много видел он морей и рек. Говорят гречанки на Босфоре хороши, а я черна худа. У
утопает белый парус в море, может, не вернется никогда. Утопает белый парус в море, может, не вернется никогда. Буду ждать в погоду, в непогоду, не дождусь, с баштана разочтусь. Выйду к морю, брошу перстень в воду, черною косою удавлюсь. Выйду к морю, брошу перстень в воду, черною косою удавлюсь. Я простая девка на баштане, он рыбак, веселый человек. Тонет белый парус на лимане, много видел он морей и рек. Тонет белый парус на лимане, много видел он морей и рек.